Всем большой привет, ребятки! Посмотрите, какая красота у нас сегодня на обед. Это креветки карри с рисовой вермишелью в кокосовом молоке. Это, наверное, самое быстрое азиатское блюдо, блюдо в азиатском стиле, которое мы готовили. Сейчас будем пробовать, а пока можете посмотреть, как оно красиво выглядит. И давайте мы вам поскорее расскажем, как это приготовить. Первым делом, ребят, мы доведем до кипения в кастрюле 600 мл воды. И 800 мл кокосового молока. Я беру вот такое. У нас есть этой фирмы только для десертов, а это вот для первых блюд, так скажем. И вторая баночка. Включаем огонь. И как только закипит, мы добавим остальные ингредиенты. Что, ребят, у нас уже закипело наше молоко с водичкой. Что мы делаем? Мы добавляем сюда креветки. Вау! Неожиданно. Ничего страшного. Добавляем креветки. Теперь есть у нас вот такой вот кубик. Мы используем. Нам нужна будет половинка такого кубика. Сейчас я его измельчу руками. Так будет удобнее ему растворяться. И еще нам понадобится 2 столовые ложки карри. Так. Хорошенько перемешиваем это все. Теперь, ребятки, мы уменьшаем огонь ниже среднего, накрываем крышечкой и будем тушить в течение 15 минут. Тушить или варить, как правильнее сказать будет. Оставляем на 15 минут и потом вернемся к нашему блюду. Ну что, 15 минут у нас прошло. Еще раз перемешаем. И последний штрих, это мы добавляем рисовую вермишель. Не размешиваем, просто вот так вот размещаем. Теперь нам нужно несколько листиков свежего базилика. Мы его сюда сейчас порвем, потому что базилик лучше рвать руками, не резать ножничками или ножом. Я вот так сполосну в водичке его. И сложу листочки. Кстати, газ мы можем уже выключать. А базилик вот так вот порвем. Все, накрываем крышечкой и оставляем на 5 минут настояться. Через 5 минут увидимся. Ну что, ребят, 5 минут у нас уже прошло. Теперь можно это перемешать и подавать. Да, хорошо настоялись макароны. Это рисовая вермишель тоненькая. Ей долго не нужно готовиться. Буквально кипеть она даже не должна. 2-5 минуток в горячей воде или в холодной даже. На упаковке указано. И она готова. Давайте будем подавать.